Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я вам демонстрирую самое лучшее по качеству видеозаписи свое видео об вот этих вот девайсинах. Вот вы видите, такие вот девайсы есть у меня, две штуки. Один вот этот вот побольше, с черной, вот такой вот крутилкой. И другой, вот здесь вот он покороче, чем вот здесь вот. Вот тут вот более короткая, где-то на 3 мм, чем вот здесь вот. Поэтому экшн-камера, для которой предназначена эта клетка, влезает сюда вот лучше, чем сюда. Здесь вот надо танцы с бубном вот на этой использовать. А вот сюда вот она влезает легко и просто. Так, значит, достаю я отсюда экшн-камеру свою, которая называется Xiaomi UI 4K. Вот такая вот экшн-камера. Сейчас я вам ее включу. Вот видите, она работает. Вот можно вращать тут все. В смысле не вращать, а по пунктам меню бродить. Все тут менять. Вот вы видите, да? Так, ну и выключаю я ее. Так, положу ее вот сюда вот, чтобы далеко не убирать. Значит, эта экшн-камера прикручивается вот к селфи-палке, вот к этой. Вот, прикрутил я ее. Вот так вот ее можно носить на селфи-палке. Вот вы видите, да? Вот так вот. Это если без стедикама я планирую снимать, то вот так вот я ее ношу, с селфи-палкой, без стедикама. Вот на этой селфи-палке ношу. Так, теперь откручиваю и поведу разговор о клетках для стедикама. Так, положу вот сюда вот камеру, вот это сюда. Вот, значит, такой у меня стедикам есть. Вот, видите вы этот стедикам. Называется он, вот, Feio Tech Vlog Pocket. Я надеюсь, вам это видно, да? Vlog Pocket Feio Tech. Так вот я его раскрываю, снимаю с блоков все три оси стедикама. И, допустим, вот надо закрепить клетку. Вот эта вот клетка легко и просто закрепляется. Вот так вот. Раз. Вот так вот. И закрепилась клетка. Вот. Видите вы, да? Но эта клетка неудобна тем, что в чехле, вот в этом вот чехле, камера находится, экшн-камера, в силиконовом чехле с вот такой вот крышечкой. И в этом чехле не пролезает вот под эту рамку. Вот так вот она не влезает в чехле. Значит, вот это вот я убираю вот сюда. Вот так вот я сюда вот перемещаю. И из-за того, что вот сюда не влезает экшн-камера Xiaomi UI 4K, мной были придуманы и разработаны вот такие вот клетки. Вот так вот она сюда вкручивается в эту клетку. Легко и просто, видите, и быстро. Так, вот с этой стороны надо делать. Вот так. Чтобы вот это вот не зажималось вот сюда вот. А то она там может отвалиться со временем. Вот так вот, значит, выравнивается все это дело. Вот, видите вы, да? Выровнял я по всем осям. Так, и вставляется это дело вот в этот стедикам. Вот так вот вставляется. Вот, вставил. Теперь регулируется вот так вот. Вот она сюда перекособачивается. Значит, двигается в противоположную сторону. Вот сюда. Так, теперь в обратную сторону. Теперь подвинуть наоборот вот сюда. Так, сейчас. Так, это так. Вот, находите такое положение, где примерно сохраняет оно свою стабильность. И после этого включаете стедикам. Вот. Включили вы стедикам. Вот так вот вы можете его поставить вот сюда вот. Так, вот он стоит. Вот, видите, да? Все стабильно. Выключаешь стедикам. Камера падает. Включаешь стедикам. Камера приходит в рабочее положение. И вот так вот стабилизируется. Вот видите, да? Вот так вот оно стабилизируется. Вот так можно наклонять. Все оно держит ровно. Так, выключаю я стедикам. Вытаскивается это все также очень просто. Вот так вот раз и вытащил. Стедикам после этого, после того, как я все отсниму, что мне надо было, ставится на блоки. Вот так вот и складывается. И кладется вот в этот вот мешочек. С такой вот надписью Feio Tech. Стедикам Vlog Pocket вот в этом мешочке теперь размещен. После этого, вот из этой вот клетки замечательной, откручивается экшн-камера вот так вот. Вот, открутил я ее. Вот экшн-камера вот здесь вот. Клетка отправляется в сумку. Вот это вот запасная клетка. И экшн-камера Xiaomi UI 4K тоже отправляется в небольшую сумочку и транспортируется домой. Вот такие вот две клетки. Вот эта вот клетка с черным получше, с черной крутилкой, с белой крутилкой, с серебристой похуже.
за счет того, что вот это вот покороче, вот, а вот это подлиннее, вот, даже тут видно, да? Вот я их ровно положил, вот это вот короче, вот это длиннее, вот видно тут, да? Вот тут все ровно, а вот тут вот, вот это вот выступает. Так, ну на этом я, пожалуй, вам все, что хотел, рассказал. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. А на этом я вам до свидания говорю, и всем счастливо, всем гудбай и пока.